выкопала, блин. Видите, что здесь? Слизни. Пришли на могилки убираться. Они тут прям вот что делается. Это какой-то кошмар. И все цветы поели. Мы уже сколько раз садили на могилках. А они все цветочки едят. Вот эти вот гвоздички тоже. Вот это зимние цветы. Вот это свежие посадили. Сейчас пропалю. И опять на 2 недели хватит. Земля сырая. Вот этот вот очень хороший. Он такой круглый год зимний. Он разрастется вот такой вот по всей могилке. И будет нормально. Конечно, есть, которые могилки, они не ухаживают. Очень много места здесь появилось. Раньше было здесь все занято. А сейчас посмотрите. Очень много свободных мест. Вот. Значит, за могилкой надо ухаживать 30 лет. После 30 лет ее убирают. Если хочешь, можешь заплатить заново за землю и дальше ухаживать. После 30 лет могилку убирают и новый человек. Так что никаких прабабушек, прадедушек нет у нас потом. И здесь никого родственников нет. Ну, потому что так здесь принято. Пришла на гимнастику. Такая комната. Она будет со мной здесь чего-то вытворять. Да. Товарищ стоит. Какие-нибудь упражнения придумает, наверное. Может, массаж. Ну, точно не знаю. Короче, посмотрим, что она мне будет делать. За что? За то, что они вокруг, где дорожка, ну, может, даже не вокруг, вокруг мы сами убираем. А вот тут вот, где ряды, они подстригают кустики, кустарники, и вот за это они со всех берут. Ну, не знаю, сколько там могилок всего. Естественно, мы за могилками сами смотрим, да? Как мы смотрим? Весной, все лето цветочки подсаживаем, убираем, новые садим. У нас такая земля, что у нас мало разрешено ложить на могилку плиты. Там на юге они положат плиту, цветочки и все. Там вазы с цветами и все. Памятники, естественно. А у нас как-то не очень принято и... как-то не очень разрешает, чтобы положить полностью плиту. Конечно, наверное, можно половинку положить, но эта плита стоит столько же, сколько сам памятник стоит. Очень дорого, да? Теперь мы похоронили. Эта могилка у нас будет на нас висеть, например, 30 лет. 30 лет мы за ней ухаживаем. Ну, например, вот я ухаживаю, потом, может быть, будут мои дети ухаживать, да? Но они не может быть, а должны за этой могилкой ухаживать. Ну, например, это моя бабушка. Раньше такого здесь у нас не было, что сжигают. Потом, значит, такие маленькие могилки. Сейчас тоже уже начали сжигать, и вот такие маленькие могилки. Но не все люди хотят, чтобы их сожгли.
Ну, давайте говорить откровенно, да? Ну, не все хотят. Мама моя, например, она боится. А у нас уже тоже сомнения, что-то думаю. Ну, просто за могилками легче ухаживать. Там вот такой вот цветочек поставила, все. Это не как в России, там потом год можешь не приходить, и два, и только там день матери, день отца, там то да все, Пасху можно приходить. Здесь надо следить за могилкой, так не будет, чтобы ты как... Конечно, есть немножко заброшенные, неухоженные, но в основном надо следить за могилкой, и просто неудобно будет, что она у тебя такая стоит тут. Ладно, вот 30 лет, например, не знаю, сколько я проживу, после меня должны дети за ней смотреть. А бывает же, что я, ну, столько времени не проживу, и потом моим детям. А детям, ну, вообще даже некогда, я вам хочу сказать. Ну, некогда за могилками смотреть. Ну, они целый день работают. А вот такая жара, цветочки посадил, их надо поливать. Вот мы сейчас ходили на могилке, видео я впереди поставила, эти слизни все поедают, все лето эти слизни ползают. То могилка садится, то тут подправлять, землю привозить, досыпать, осенью цветочки посадить, перед Новым годом венки поставить. Очень много, ну, это считай, как ты, не прополол, это так же, как у себя на огороде. Это то же самое, надо ходить ухаживать. Раз в неделю хотя бы. Прополоть там, убрать. Но это так надо. Ну так принято. Зато как хорошо, спокойно пришел, посидел. Скамеечки там стоят, поговорили. Туду-сюду, так спокойно все. Ну все в ряд. За дорожки с камня все выложено, все нормально. А вот, что я хотела сказать. Это у меня одно, а теперь, вот, значит, заплатить мне надо 26 евро за гимнастику, которую я ходила, 6 раз ходила за гимнастику. Ну что, что я на гимнастике делала? Она мне помассажировала ножку, она мне упражнения показала такие. Короче, 25 минут, 6 раз, 6 дней, да? И я заплатила 26 евро от себя, а остальное касса платит. Ну, там это как, страховка за больницу. У нас есть такая АУК, карта это. Они платят. Такую гимнастику положено, если, например, там у меня болит. Если не помогает, потом я иду к нему, и он мне, значит, назначает лекарство, кортизон. Если кортизон не поможет, тогда они мне укол поставят. Наверное, укол такой сильный, знаете, обезболивающий, я так думаю. И хочу сказать, что за все надо платить. За все надо платить. Вот. Потом мы еще заехали, еще у нас такие поля с цветами есть. Я что возмутилась. Один гладиолус стоит 90 цент. Один гладиолус. 90 цент. Конечно, эти вот астрочки, они по 40 цент. Приехала, они меня от силы неделю постояли. Ну, не неделю, наверное, дней 5. И завяли. А хочется, да? А хочется. Хочется цветочки самой нарвать, чтобы поставить, чтобы они у тебя стояли. Хочется. Хочется, перехочется. Так, вот сегодня у меня вот такая тема, значит, с вами. И никто вас, если что-то случится, никто вас здесь не похоронит. У вас должны свои запасы быть на похороны. Где-то самое мало 7 тысяч. Самое мало 7 тысяч евро на похороны. Самое мало. Очень дорого все. Очень дорого. И потом еще ухаживать. А потом за нами должны смотреть дети. А дети все работают. Тоже тяжело, не знаешь, на кого положиться.
Так, вот на эту тему я хотела сегодня с вами поговорить. Всем спасибо. До следующего видения. Ну что, продолжаю рвать. Вот три штуки сорвала. Хочу вот эти еще. Георгина. Ну, я отдельно сделаю букеты. Девочки и мальчики. Три. Желтые, желтые. Белые, красные. Ух ты! Это еще красивый цвет. Так. Наверное, астра это бархатная. Так, белые вот еще сорву, беленькие. А желтые, наверное, не надо мне. Хотя можно и желтые. Красиво. Желтый. Вот белый, но тут какие-то мошки на нем сидят. Ну-ка, вот этот еще возьму. Так. Смотрите, мухи на них сидят. Так, вот еще. Беленький, вот этот возьму беленький. А вот какой красивый. Потом разделю цветочки маме, себе. Ух ты! А вот все-таки я дойду вот до этого. Посмотрите, какой цвет. Красивый. Ну, маленький. Он уже плохой. Сломался. Так, красный, желтый, сиреневый. Так, и все. А ну-ка вот этот вот возьму. Так. Вот. Вот этот возьму цветок еще. Вот так. Думаю, хватит. Думаю, вот столик.